Здесь рады интересным и перспективным проектам. Ставшие традиционными заседания по улучшению инвестиционного климата в районе, проще говоря, инвест-часы, открывают все больше потенциальных для Щелковского района инвесторов. Вот и в этот раз на встрече были представлены два крупных бизнес-проекта. Один из них связан с созданием особой экономической зоны на территории соседнего Фрязино. Предприятие «Исток» занимается производством изделий СВЧ-электроники, преимущественно для военных целей. Однако планирует расширить продукцию гражданского значения. С этой целью представители Фрязинской администрации и компании-инвестора обратились в администрацию района. Нам необходима территория, земельный участок, достаточно крупный, для того, чтобы мы могли развить там данное производство и впоследствии, возможно, присоединить данную территорию к особой экономической зоне. В перспективе здесь можно будет говорить о примерно 1000 рабочих мест. Необходимый участок в Щелковском районе нашелся в 15 километрах от Фрязино. Инвесторов предложение заинтересовало. Вас устраивает площадка? Спасибо. Тогда я прошу вас дальше продолжить взаимодействие над реализацией этого проекта. Если будут возникать какие-то проблемы и трудности, обращайтесь напрямую. Второй проект – производство стентов и коронарных катетеров. Для его реализации предпринимателям также необходим земельный участок. И важный критерий здесь – экологически чистый район и отсутствие вблизи вредных предприятий. Планируемый объем инвестиций – порядка 800 миллионов рублей. Наш завод, который мы собираемся построить, производство у него где-то 50 тысяч это стентов и 35 тысяч коронарных катетеров. То есть на данный момент это 1/4 рынка. Участок, соответствующий экологическим критериям, расположен в городском поселении Загорянский. Для предоставления его предпринимателям необходимо поменять назначение земли. Вы готовы выходить на эту площадку с концепцией? Тогда готовим эту концепцию, выносим на Мининвест, готовим ходатайство о переводе земли сельхозного назначения под промышленность, транспорт, связи и прочее. И все это надо сделать в ускоренном варианте. В целом заседание прошло эффективно. По двум представленным проектам ведутся необходимые работы. И то, и другое производство достаточно экологически чистые, как представляли нам сейчас в проекте. И количество мест, которые в результате реализации полного проекта, допустим, от завода по производству стентов, будет порядка 300 мест. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».